Сегодня у нас установка септика на 8 групп. Колодец уже один опустили. Поставили крышку, закопали. На 1,5 метра мы его опустили вниз. Даже больше у нас получилось с запасом. Кирпичами будем еще потом выкладывать, чтобы меньше промерзало. И второе кольцо переливочное. Уже мы здесь... Сколько еще время? 17:04. С 2 часов. 3 часа мы здесь уже. Разметили размерчик. 160. Тут. И под трубу. Потом туда. Чух. Как обычно, я за кадром. Трактор Беларусь. Года ему не страшны. Ничего его не берет. Мой сосед, тезка, рус. Первый раз. Два руса на территории. Непривычно, когда говорят: эй, Руслан. Мы вдвоем поворачиваемся. Опускаем сейчас септик. Разметили, сразу трубу будем подводить. И переливную яму делаем. Колодец под нее. Пришлось все равно покопать тоже так. Вот. Отсвечиваем машины, все. И устанавливаем септик. Сейчас будем опускать. Яма получилась не маленькая, ребятушки. Бабки отдашь, копай! Надброкин. Надброкин. Так вот. Итак, 23:30. Слушай, ну смотри, ты утеплитель, вот здесь его не пройдешь, вот там. Там он прижимает к стене сильно. Восьмерка, септик на месте. Слышишь меня? Да, да, да.